Пожалуй, самая сложная и самая неоцененная работа на свете – это быть мамой. Не спать долгие ночи, отдавать все самое лучшее, заботиться и защищать. И чаще всего именно этот труд остается незаменимым. Сегодня я решил прожить один день из жизни обычной мамы. Как мама делает это каждое утро. Просто когда просыпаюсь я, не могу даже себя заставить умыться, а здесь приготовить поесть. Нет совести, ну что поделаешь, у ребенка нет совести. Мама уже для него приготовила и поесть, а он... Паровозик. За ТВ-5. Какая вкуснятина, да? Макар, аккуратней, Макар. Потом в моем расписании, да, у меня есть расписание, уборка. Кстати, старший сын где-то загулял. Да, у меня есть и старший. И тут пришел старший, а я его так долго ждал. Или ждала. Ну, знаете, главное после этого эксперимента в себе не запутаться. Где ты был? И так каждый день. Представляете, абсолютно каждый день. Первое – встать, всех собрать, накормить, последнее – лечь спать, чтобы проснуться и завтра повторить все то же самое. Любите своих мам, цените и, главное, помогайте им.